Сериал под названием «Декабристка». События происходят в послевоенные годы. Зинаида Уварова работает в столице секретарем в прокуратуре и после гибели мужа на фронте одна воспитывает сына, не надеясь на личное счастье. Появление в организации талантливого адвоката Алексея Левицкого поменяло дальнейшие планы на жизнь. Юрист с безупречной репутацией делает предложение вдове, которая отвечает согласием. Однако с этого момента у него появляется опасный враг в лице прокурора Громова, имеющего свои виды на сотрудницу. По ложному доносу Алексея высылают в Сибирь, но Зина отчаянно пытается добиться пересмотра дела, отправляясь за любимым мужчиной.